Значит, пакет на сегодняшний день уже функционирует со вчерашнего дня, который вы можете купить 75% стоимости пакета в биткоинах и 25% в Eagle Social Gold Coin. Это уже действующий пакет. Вчера мы сделали первую регистрацию и купили пакет таким образом. Вновь прорегистрированные партнеры, только вновь прорегистрируемые, потому что все партнеры, которые, допустим, имели контракты, да, партнеры, которые пришли в декабре, купили контракт и получили бэк-офис и не купили пакет, должны купить первую покупку, сделать минимального пакета в биткоинах. В биткоинах. Это объяснимо и логично понятно, потому что вам компания дала возможность получить монеты за 30% стоимости. Поэтому компания рассчитывает на то, что хотя бы минимальный пакет вы покупаете в биткоинах. Потом можете делать апгрейд. Тоже из практики. Вчера мы прошли несколько вариантов, посмотрели, что и как работает. Вот эта практика покупки нового пакета для нового партнера тоже уже работает. Итак, что мы делаем? Вы заходите, вот вы прорегистрировали человека, у вас вот такая картина выпадает, да? Партнер знает, что он хочет сделать. Он хочет купить какой-то пакет, да, допустим, ну, я не знаю какой, ну, давайте рассмотрим сотню пакет, самый минимальный, да. На этом примере, вот здесь как раз мы пакет 100 проплачивали, здесь цифры я показываю именно вот этого пакета. То есть у вас 47 долларов – это регистрация. И 97 долларов стоимость пакета. Следовательно, вы рассчитываете 25% в начале, перед тем, как кликать, выбирать что-либо, делать, вообще ничего не делаете. Вначале рассчитываете. На этом файле видно, что я посчитала 97 долларов. 25% вот этой суммы составляют 24,25 доллара. Стоимость в Eagle Social Gold Coin. Далее я их делю, вчера я их делила на сумму 41,9 доллара. Да? Я получила количество коинов 0.5, 7, 8 и так далее. Я округляю до 0.58. Это конкретный вчера пример. Где я взяла эту цену? Вчера унция золота, а мы знаем, что на торгах на Лондонской бирже всегда расчет ведется в унциях. Да? Унция составляет 31,1 граммов в одной унции. Так вот, если стоит цена вчера унции золота 1303.09, разделите на 31,1, на вчерашний день унция золота стоила 41,9 долларов. Вчера 41,9 долларов. Цена 1 грамма золота. Вот вы видите, где искать. Kitka.com сайт. Либо просто скачайте приложение Kitka. Наши все уже скачали приложение Kitka. Везде есть на Android, на iOS, везде есть. Скачайте, заходите и смотрите ежедневно цену золота. У нас у компании, вот вчера мы проводили, показали, как это делать. Мы вчера посмотрели цену золота, когда мы завели эту сумму, все сработало. Сейчас я покажу на файлах. Поэтому вы смотрите цену золота в унции, делите на 41, на 31,1, получаете цену грамма до сотых, округляете чуть больше, не меньше сторону, а на 0,1 чуть больше округляете. Вот я привела пример 0,578 и так далее была цена, я округлила до 0,58. Эту, когда вы это сделали, человек, который отдает вам свои золотые коины, у себя уже все разобрались, этим уже трансфер все знают, заходите в трансфер, вначале создаете пин, естественно, и отправляете четко эту сумму на логин человеку. Четко эту сумму отправляете 0,58, логин человека отправили. Как только новый партнер получил эту сумму, у него валите вот здесь, да, ну давайте глянем, здесь подтверждение, наверное, не сняла или сделала, вот есть, да, вот кнопка, да, я не сказала о ней, у него на дашборде внизу под всей информацией дашборд, сразу появляются две кнопки, вот на синюю кнопку вы нажимаете, вот здесь у вас стоит эквивалент, когда вы нажали на синюю кнопку, у вас валите, у этого человека появляется сумма 0,58. Все, он готов для дальнейших действий. Как только эта сумма появилась, мы можем идти и выбирать пакет. Выбрали пакет 144, 97 плюс 47. Выбираем пакет. Внизу на странице кликаем «Следующий шаг».
Да, и вот здесь интересно, у вас открывается страница, не торопитесь, не допускайте косяки, внимательно смотрим, да, стоит биткоин, но вам предлагают использовать, да, Eagle Gold Social Coin, кликните вот сюда, не забывайте, вот здесь, когда вы кликаете, будет ли токен использован, да, будет, тогда вы продолжаете и кликаете на следующий шаг, после этого у вас открывается страница доплаты, потому что как только вы кликнули на шаг, будет использован токен, он у вас списался, и у вас открывается страница доплаты. Мы специально проверяли, стоимость вчера была 144, здесь было 003, 004 и так далее. Когда списали у меня сумму, у меня осталось 0.0299 и так далее. То есть кликаете, подтверждаете вот сюда сумму, следующим шагом кликаете, копируете, подтверждаете вот здесь адрес, обычным образом проплачиваете, и у вас, когда вы подтверждаете, уже кликнули сумму, вот здесь сумма вышла, кликнули адрес, у вас выходит вот здесь сумма, которая у вас будет списана. Вы видите, она гораздо меньше, чем 144, поэтому вам все показывают здесь. Следующий шаг, вы это сделали, вы можете вернуться, да, в identification, в свой кабинет, когда у вас клик прошел зеленый, что все в порядке. После этого вы можете зайти и посмотреть вот сюда на Eagle Social Gold Coin. У вас списались 0.057, еще и 0.01 не оставили здесь, да, потому что было 0.0578 и так далее. Округлили до 0.01. Еще один момент. Вот здесь есть поле. На каждом из коинов оно будет. Сейчас у нас рабочим является Eagle Gold Social Coin. Когда вы посмотрите информацию, кликните вот здесь, да, у вас открывается поле, где вы видите проплату в голдах и проплату в биткоинах. Вот у вас здесь все стоит, вы заплатили, у вас все это, вот здесь информация вся видна. Я надеюсь, что этой инструкции достаточно, чтобы понимать, каким образом делать проплату. Запись я делаю, поэтому в любом случае, я сейчас остановлю ее, уже достаточно на сегодня, в любом случае еще раз 2-3 раза просмотреть, пошагово будет понятно, как это делать. Я в чат сброшу этот PowerPoint, на котором пошагово расписано, куда кликать, что делать и каким образом воспользоваться Eagle Gold Social Coin. Еще один важный момент. Вы у себя в кабинетах, когда открываете, посмотреть информацию, у вас прописаны три позиции, стартовые. Пока вы еще ничего не делали, стартовая позиция первая. Сколько у вас списано голдкоинов для активации вашего последнего пакета? Дальше идет цифра 10%, и стоит уже сумма, которую вы можете вывести на exchange. Сейчас откроется завтра exchange, 10% мы можем вывести, пробовать, смотреть, как этот механизм работает. И это есть прописанная, утвержденная сумма вывода от первого салда. Далее идет сумма 25%. Это всего 25% от первоначального салда, которое вы можете использовать для перевода партнерам, допустим, кому-то не хватает какое-то количество голдкоинов, для того, чтобы сделать ваучер, кому-то проплатить. Для апгрейда себе собственный свой пакет вы можете использовать все Eagle Gold Social Coin, все, но для переводов 25. Далее мы делаем апгрейды. У нас растет сумма комиссионных в Eagle Gold Social Coin, не только в биткоинах, но и в иглах. Что это означает? От повторного начисления на этом этапе бесплатно, то есть внутри системы, перевод вы можете сделать только в размере 7,5% суммы всех комиссионных. Поэтому у многих не хватает средств, когда вы что-либо хотите делать. Все начисления, которые вы получаете для себя, да, вы не можете воспользоваться 100% ими сами внутри в кабинете. 7,5% на этом этапе компания дала. Но с момента, когда заведут наш обменник, то есть пройдет тестовый период, мы все суммы должны будем выводить на обменник. И только используя обменник, проплачивать апгрейды, пакеты и так далее. Я надеюсь, что понятно. У многих возникает вопрос, почему система пишет, не хватает средств, они у меня стоят. 7,5% от комиссионных, полученных по апгрейду, по системе, по структуре, в Eagle Social Gold Coin. Я надеюсь, понятно. И 25% всего тех, что вы получили от Салдо Морозу для формирования ваучеров. Теперь друг другу помогли, отправили деньги. У человека они оказались лишними. Человек их хочет отправить назад.
Напоминаю, человек же их получил по ваучеру, вы отправили ему, они у него лишние. Назад он может отправить от этой суммы 7,5%. Поэтому не надо торопиться. Давайте дожидаться всегда точных инструкций, как и что работает в инструменте именно перечислений Eagle Gold Social Coin. Компания дала нам временный период и возможность воспользоваться, запустить бизнес сейчас для нас с вами. Мы долго ждали. Но механизм работы с Eagle Gold Social Coin, как и с биткоином, будет через вывод на обменник. Это правильный долгоиграющий механизм работы с любыми валютами. Мы знаем об этом. Поэтому вот этот временный период у нас, который нам дан в облегчении ситуации сейчас получения денег, он, я не знаю, когда он закончится. Возможно, до конца месяца, возможно, чуть дольше, пока мы используем, каждый использует свои 25%. Я думаю, гораздо раньше это все закончится. Далее все через обменники. И это логически верно. 7% это комиссионный за то, что наша монета начинает работать на внешнем рынке, а не только ходить внутри кабинетов. Это очень важный механизм для запуска в реальную жизнь нашей монеты. И первой, и второй, и третьей, и четвертой. Global Star Club. Возможности безграничны.